Привет, друзья. Здравствуйте, друзья. Ихры. О, это я. Хочу показать вам красивый дуб. Дуб. Вот такой дуб. Красивый такой дуб. Растет такой. Красота. У нас в парке очень много дубов. И много-много цветов. Ёлок, белок. Ой. Да, ребят. Гуляют тут. Даже при дожде гуляют люди. Красота. Руки мерзнут. Но ради этого я и хожу. Я чувствую себя, как сказать, лучше, чем когда. Когда делаешь видео, да? Гуляешь вот так вот. Это же очень хорошо. Знаете, это успокаивает человека. Кто-то скажет, ай, ты опять. Привет, привет. Привет вам всем. Дорожка, дорожка. Видите, грибы. Грибы, грибы, вон они такие, грибы. У нас грибы растут. Чага. Ой, рука мерзнет, ёперный театр, дождь идёт, и я иду, весь такой мокрый, весь такой. Вы же понимаете, да? Привет, привет. Кто у нас тут? Иван, здрасте. На то и мы, люди, чтобы... Ой. Зелень, зелень. Ой. А зимой будет? Зима будет? Ёлки-палки. Потом чё? Руки будут мёрзнуть. И всё. Надо было варежки одеть. А я варежки не одел. Так вот. Варежки не одел, плитку показываем. Вот такие сырушки. Кто пойдет, то не пойдет. Рябинка такая. Мила, мила, где тебя носила? Как кто-то скажет, ходишь опять, ходишь, бродишь. Знаете, вот почему я делаю эфиры? А это потому, что я делаю для себя. Потом зимой можно сесть, посмотреть свои видосики. Правильно? Вспомнить осень. Наши телефоны для того и созданы, чтобы что-то снимать. Что-то делать. Понимаешь? Если даже никто меня смотреть не будет, все равно близкие.
Правильно? Да и самому интересно показать. Я вот уже сколько лет снимаю видео, да? Я мило и красиво. Я понимаю, некоторым троллям не хочется, им все время хочется, чтобы свою дерьмо показать. Правильно? Я вот показываю. Сейчас еще вам покажу тут. Вот.